наступила зима. А зима — это такое время, когда мы всегда подкармливаем бездомных птиц. Ну, гулик в первую очередь, конечно. Давай-давай, бросай побольше. Вот. Летом идет акцент на то, чтобы подпоить. Возьми мой пакет, пожалуйста. Это такое удобное место, здесь теплотрасса. И они здесь обедают у нас. Ну, в общем, вот. Хорошее золотое правило зимой. Сходил за продуктами, купи немного крупы и подкорми кабачков. Они будут благодарны. Не обязательно кабачков. Можно обрезы мяса покупать, подкармливать галок, ворон, чаек. В общем, птиц, которые живут у вас в вашей зоне городской. Да им и ведра будут мало, им нужно вообще в идеале носить по мешку 50 килограмм в день. Так они еще своих друзей из других районов позовут. Сальные, конечно, сальные. Какая еда на улице, какая вода. Да. Ну все. Ну да. О, припозднился. Уже все съели.